Добрый день, ребята! Сейчас у нас следующая сказка. Смотрите, какая картинка. Здесь у нас написано мед, и там мед находится. А тут лисичка что-то опять хитрая задумалась. Голову вниз наклонила, а хвостик торчит. Ну, сейчас мы все узнаем по порядку. Медведь и лиса называется следующая сказка. Жили-были медведь и лиса. У медведя в избе на чердаке была припасена кадушка меда. Вот эта вот кадушка. Лиса про то сведала, узнала, значит, как бы ей до меда добраться. Прибежала лиса к медведю, стала под окошечко. Кум, ты не знаешь моего горечка? Что, кума, у тебя за горечка? Изба моя худая, углы провалились, я и печь не топила. Пусти к себе ночевать. Поди, кума, переночуй. Вот легли они спать на печке. Лиса лежит, да хвостом вертит. Как ей до меда добраться? Медведь заснул, а лиса тук-тук хвостом. Медведь спрашивает, кума, кто там стучит? А, это за мной пришли. На повой зовут. Так сходи, кума. Вот лиса ушла, а сама влезла на чердак и почала кадушку с медом. Наелась, воротилась и опять легла. Кума, а кума, спрашивает медведь, как назвали-то? Починочка. Это имечко хорошее. На другую ночь легли спать лиса тук-тук хвостом. Кум, а кум, меня опять на повой зовут. Так сходи, кума. Лиса влезла на чердак, да до половины меда-то и поела. Опять воротилась и легла. Кума, а кума, как назвали-то? Видите, она забиралась все на чердак и кушала мед там. А медведя обманывала. Половиночка. Это имечко хорошее. На третью ночь лиса тук-тук хвостом. Меня опять на повой зовут. Кума, а кума, говорит медведь. Ты недолго ходи, а то я блины хочу печь. Ну, это я скоро обернусь. А сама на чердак и докончила кадушку с медом. Все выскребла, воротилась, а медведь уже спал. Кума, а кума, как назвали-то? По скребышкам. Это имя, и того лучше. Ну, теперь давай блины печь. Медведь напек блинов, а лиса спрашивает. Мед-то у тебя, кум, мед-то у тебя, кум, где? На чердаке. Полез медведь на чердак, а меду-то в кадушке нет. Пустая кадушка. Кто его съел, спрашивает. Это ты, кума, больше некому. Нет, кум, я мед в глаза не видела. Да ты сам его съел, а на меня говоришь. Медведь думал, думал. Ну, говорит, давай пытать, кто съел. Ляжем на солнышке вверх брюхом. У кого мед вытопится, тот, значит, и съел. Легли они на солнышке. Медведь уснул, а лисе не спится. Глядь-поглядь, на животе у нее показался медок. Она, ну-ка, скорее перемазывать его на медвежий живот. Кум, а кум, это что? Вот кто мед-то съел. Медведь, делать нечего. Повинился. Вот так опять обманула всех лиса. Вот какая лисичка хитрая с пушистым хвостиком. А Мишка ее угощать решил. Блинов напек. Смотрите, в сковородочке, да еще и тут целая стопочка. А лиса какая хитрая. Обманула его. Подписывайтесь на канал и ставьте большой палец. Всего вам доброго. До свидания.